Расследование подходит к концу, и в деле о поджоге дома, в котором во время пожара пострадали две школьницы и женщина, предполагаемого виновника задержали в Иркутске. В результате ЧП травмы получили 34-летняя женщина и две 13-летние девочки. Всех их госпитализировали с ожогами и травмами различной степени тяжести. Материальный ущерб от пожара составил 2 миллиона рублей. Без крыши над головой остались две семьи. В ходе тщательного осмотра места происшествия полицейские обнаружили ряд улик. Под подозрением оказался 34-летний уроженец Черемхова. С его слов, на преступление он пошел из-за ревности к своей сожительнице, хозяйке дома. У соседа, это муж и сестры ее, сидели, разговаривали, я ему взял бензин, хотел сжечь ее ухажера, который находился по ним далеко, по той же улице, там, чуть ниже. Известно, что мужчина 2 месяца назад освободился из мест лишения свободы, отбыв наказание за совершение убийства и разбоя. По версии оперативников, подозреваемый в темное время суток пробрался к дому, облил дверь легковоспламеняющейся жидкостью, после чего совершил поджог.